Глава региона призывает вместе бороться с социальным сиротством в регионе. Только для легковых полноприводных зимник на Рейнмар-Усинск закрывают для тяжеловесной техники. С информационной картиной дня с вами в студии Елена Семеновичева. Бюджет Ненецкого округа 2016 года в апреле ждет корректировка. По-прежнему под вопросом находится та его часть, которая зависит от прибыли Харягинского СРП. Сложная ситуация с доходами окружного бюджета прошла красной нитью через все дискуссии, встречи губернатора Ненецкого округа с депутатами окружного парламента. Ежемесячные встречи главы региона с окружными парламентариями дают возможность работать в единой повестке и оперативно реагировать на проблемные вопросы. Игорь Кошин рассказал о мерах, которые администрация предпринимает для сохранения стабильной обстановки и дальнейшего развития округа. В числе таких мер – активизация работы с недропользователями по увеличению числа вакансий, поиск федерального финансирования крупных строительных проектов, систематизация управленческой структуры всех государственных учреждений. Депутаты задали главе региона вопросы, наиболее всего волнующие избирателей. А представитель Ненецкого окружного отделения КПРФ Александр Саблин пригласил Игоря Кошина на встречу с активом партии. Губернатор выразил готовность к проведению такой встречи в самое ближайшее время. Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин предлагает жителям региона высказывать предложения, направленные на борьбу с социальным сиротством. По его словам, на сегодня нет готовых рецептов, как справиться с этой проблемой. Поэтому без помощи общественников, некоммерческих организаций и активистов с этой ситуацией не справиться. Социальное сиротство – самая болевая точка нашего округа. По статистике, лишь 10% воспитанников детских домов не имеют родителей. Большинство же малышей – жертвы неблагополучной обстановки в семье, пишет Игорь Кошин на своей страничке ВКонтакте. Убежден, что без активного участия общества, некоммерческих организаций, активистов в поселениях у нас ничего не выйдет. Все предложения, идеи и советы по данному вопросу Игорь Кошин готов рассмотреть лично. Предложение можно оставить на странице губернатора в социальной сети или направить по электронной почте. Адрес koshin@ogvnow.ru. Зимник на Рейнмар-Усинск закрывают для тяжеловесной техники. Это вызвано повышением температуры воздуха, сообщили в подрядной организации «Транзит». При этом для движения легковых полноприводных автомобилей не вводится никаких ограничений. Трасса на всем протяжении приведена в нормативное состояние. На зимнике продолжают работать 20 единиц техники. Днем ранее на участке дороги на Рейнмар-Лаевош в районе 62-го километра было затруднено движение транспортных средств из-за начавшейся метели. По данным на Рейнмар-Ремстроя, отвечающего за содержание этого участка пути, произведена расчистка дорожного полотна. Аварийность на дорогах Ненецкого округа снизилась на 32%. По данным госавтоинспекции, всего на территории округа произошло 39 дорожно-транспортных происшествий. Вопросы безопасности дорожного движения и состояния дорог в регионе обсудили в ходе окружной комиссии с участием органов власти и правоохранительных структур. Основная часть ДТП приходится на Нарьинмар и поселок Искателей. На региональной автомобильной дороге Нарьинмар-Усинск совершено 3 ДТП и столько же на зимних автодорогах. 5 ДТП с летальным исходом зафиксированы на территориях нефтяных месторождений на зимних временных дорогах. В целях устранения аварийно-опасных участков автомобильных дорог в 2016 году в округе планируется выполнить работы по обустройству 8 пешеходных переходов, расположенных вблизи общеобразовательных организаций. На автомобильных дорогах Нарьинмар-Красный, Нарьинмар-Усинск, на участках Нарьинмар-Лаевош и поселок Харягинский будут установлены дорожные знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики. На эти цели в окружном бюджете предусмотрено более 3 миллионов рублей. Бывшему начальнику Нарьинмарского Ростехнадзора вынесли судебный приговор. Насколько потянуло 7 преступлений со взятками, смотрите через минуту. В отношении экс-генерального директора Нарьинмар-Строя возбуждено уголовное дело. Бывшему начальнику Нарьинмарского Ростехнадзора вынесен судебный приговор. Владимир Хозяинов, обвиняемый в совершении 7 преступлений, в том числе получении взяток, приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 5 миллионов рублей. Если в течение 10 дней обвиняемый не подаст в суд апелляционную жалобу, приговор вступит в силу. Коррупционное дело Владимира Хозяинова началось весной 2015 года. Тогда сотрудники ФСБ провели обыск в квартире подозреваемого и нашли десятки пятитысячных купюр и выписки с лицевого счета. Владимир Хозяинов хранил в банке 7 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги чиновник получил в качестве взятки. Экс-руководитель Нарьинмарского гостехнадзора за денежное вознаграждение подписывал документы. Сначала протоколы заседаний проверочной комиссии филиала Ухтинского университета об успешном проведении экзамена
экзаменов инженерно-технических работников. Затем утвердил акт приема котельной детского сада на лесозаводе. Тогда в качестве подрядчика выступала архангельская компания «Теплогазстрой». Известна еще одна коррупционная история. По версии следствия, в ноябре 2014 года чиновник за энную сумму утвердил акт о расследовании группового несчастного случая с работниками усинского филиала «Восток Геофизика». Компания не имела разрешения на производство взрывных работ, но проводила их. В одном из них пострадали два сотрудника. Они получили ожоги и травмы средней тяжести. Усинскому филиалу удалось избежать наказания и крупного штрафа из-за отсутствия сведений на разрешение взрывных работ в липовом документе. Путем частичного сложения наказаний хозяину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 5 миллионов рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в судебную силу, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в суд Ненецкого автономного округа. Судебный приговор – результат совершения 7 преступлений, предусмотренных частями 1.3 статьи 290 Уголовного кодекса. Это получение должностным лицом взятки и получение взятки за незаконное бездействие. Он сейчас до вступления приговора в судебную и в законную силу направлен в следственный изолятор. Ну а если после вступления в законную силу, если он затвердится, то он будет направлен для отбывания наказания. В том случае, если он вступит в законную силу. Дело Хозяинова – не первый случай уголовного наказания коррупционеров. Бывший сотрудник ГИБДД в прошлом году был отправлен на 8 лет в колонию строгого режима. Евгений Ольховский возвращал водительские права нарушителям за вознаграждение. Еще 2 сотрудников дорожной инспекции скрывали сведения о нарушениях правил на дороге некоторыми таксистами. Расследование этого уголовного дела сейчас находится на особом контроле прокуратуры. За взятки в особо крупном размере ждут наказания еще несколько человек. Это экс-начальник управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа Николай Дроздов. Он сейчас находится под домашним арестом. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Сергей Савельев заключен под стражу. Обоим грозит от 10 лет лишения свободы. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север». В отношении экс-генерального директора открытого акционерного общества «Наринмарстрой» возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, Александр Смирнов обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента, совершенной в особо крупном размере. По версии следствия, генеральный директор, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, связанную со строительством, в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет удержанного с апреля 2014 года по апрель 2015 года заработной платы работников налога на доходы физических лиц на сумму более 15 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Есть столько, сколько душе угодно. В народе сегодня отмечают 3-й день Масленицы. Про приметы, предания и широкий разгул перед Великим постом расскажем через несколько минут. Перед началом Великого поста Наринмарская епархия совершила традиционный зимний поход в Пустозерск. Это событие, отметил владыка Иаков, служит живым свидетельством исторической преемственности судеб русского Заполярья и важности воспитания духовного единства северян. В Пустозерск отправилась и наша съемочная группа. Зимний крестный поход стал своего рода доброй православной традицией. Уже не первый год десятки паломников на триколах отправляются к местам, где некогда стоял легендарный первый русский город за Полярным кругом. Традиция крестных походов на зимней спецтехнике пока является уникальной для русской церкви. Без Божьей помощи эта традиция установлена. И каждый год мы совершаем зимний поход, собирая под знамена всех, кто помнит это событие, кто ощущает себя преемниками славной истории православной Руси. На землях уже не существующего православного города, на месте не сохранившегося до наших дней собора Преображения Господня, епископ Наринмарский и Мизенский совершил молебен. И благословив, укрепив, и в совершении намерения благих дел. Отмечу, что крестные походы к древнему городу Пустозерску – часть программы «Русская Арктика», которая предусматривает духовное возрождение северных пределов державы. Кроме того, крестный поход символизирует единение народа, отметил глава региона, который также стал участником паломничества. Русский север всегда был созидающим началом. Недаром еще Ломоносов говорил, что Россия
прирастает северами и богатствами северов. У нас сегодня непростая экономическая ситуация и в стране, и в мире. И сегодня, как никогда, необходимо единение. Необходимо единение, и в едином порыве я уверен, что обязательно и наша экономика возродится, и наша страна возродится и будет дальше развиваться. Нынешний крестный поход на Пустозерское городище стал уже пятым зимним походом в истории Наринмарской епархии. Ирина Цепетова, Александр Бобрикович, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Депутаты окружного собрания сегодня прикоснулись к истории. В канун 81-го дня рождения Наринмара представители законодательной власти региона посетили выставку «Трудовые будни Наринмара». Театр начинается с вешалки «А Наринмар» с морского порта. Именно на территории современного района Мурпорт появился первый дом Белощелья, впоследствии Наринмара. С истории создания и становления этого предприятия начинается выставка краеведческого музея. Ведь во многом благодаря порту рабочий поселок Белощелья получил развитие и дальнейшую жизнь. Еще в начале 30-х годов на Печоре были проведены дноуглубительные работы. Самыми востребованными специалистами были лоцманы. На экспозиции представлена история 13 наринмарских предприятий. Так, на витринах выставлены хлебные формы, строительные инструменты, продукция агропромышленных предприятий и других. Последовать примеру и узнать о своем родном городе новые интересные факты каждый желающий сможет до 15 марта. Сегодня отмечают третий день масленицы, который получил название «Лакомка». Этот день был самым вкусным и самым сытным. Считалось, что на лакомку нужно есть столько, сколько душе угодно, или, как говорили в народе, сколько раз собака хвостом махнет. Про широкий разгул преображения русской деревни, тещах, зятьях и блинах расскажет Любовь Пермякова. В старину в эти дни умели разгуляться как следует. Что ни день, то праздник. Каждый день масленичной недели имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать. В понедельник встречали масленицу горой блинов. Блины пекли толстые, чтобы с одного наесться от пуза. Во второй день – заигрыш. Нужно было вдоволь нагуляться, покататься с гор. Сегодня у нас третий день масленицы, лакомка. Это самый сытный день недели, хотя, конечно, хозяйки начинали готовить загодя и со стола не убирали целую неделю. В лакомку варили разные напитки: пиво, сусло, сбитень, брашку с ягодами, с морожкой, с черникой, с брусникой, с калиной. Все, что росло, все шло, значит, в эти напитки. На столе были обязательно пироги, творожники, калитки, калачи, всевозможные. Такое обрядовое печенье, как орешки, сейчас почему-то забыто, что это печенье относится именно к масленице, и причем к лакомке. С четверга начиналась широкая масленица, а значит, никакой работы. Все на улицу, водить хороводы, биться на кулаках и штурмовать масленичные столбы. В пятницу тещину вечеринку. Теща наведывалась к зятю с ответным визитом. А в субботу на Золовкины посиделки устраивали девичник. Все как сейчас. Поболтать, мужчинам косточки перемыть. Мало кто знает, что на масленицу еще и гадали. Брали тарелочку с водой, а под тарелочкой записочки клали. Берем свечку. Льем воск. Куда воск причалит, оттуда и записочку достаем. Так, посмотрим, кто у Любы. Женихом будет. А еще гадали на блинах. Брали блины, наполняли разной начинкой, вареньем, медом, разными пряностями и сворачивали трубочками. Затем девушки закрывали глаза и вытягивали блин. Кому достается сладкая начинка, например, варенье или джем, того ждет удачный, безбедный и денежный год. Кто выбрал острую начинку, например, маринованные грибы или перец, у того впереди страстная любовь. Ну а пресная начинка, например, творог, стабильности и отсутствие в жизни серьезных изменений. А кто монетку доставал, того год безбедный ждал. А еще незамужние девушки на масленицу ставили блины под кровать и при этом приговаривали: «Суженый мой ряженый, приходи ко мне ночью, блины есть». И суженый обязательно во сне являлся. В воскресенье проходили проводы, провожали масленицу всегда шумно и весело. Чучело забрасывали снежками и сжигали. Вместе с огнем уходила зима. Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все традиции праздника. Ведь масленичная неделя у нас сегодня – это рабочая неделя. А раньше было совсем по-другому.
Масленица – это были такие каникулы для простого народа, если можно так выразиться, как у нас сейчас новогодние каникулы, так вот в народе это была Масленица. Почему именно в этот период? Потому что в языческие времена, еще до 15 веке, Масленица и вообще с 1 марта начинался Новый год. Некоторые традиции масленичной недели утрачены, но цель праздника осталась – прогнать зиму и разбудить природу ото сна. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Во дворце спорта «Норд» проходит чемпионат округа по баскетболу среди мужских команд. На поле как мастера игры, так и новички. За матчем именно таких команд «Норд» молодежные команды «Планета» наблюдал наш спортивный корреспондент. Чемпионат округа по баскетболу среди мужских команд проводится ежегодно. На поле выходят мужские команды «Норда» и социально-гуманитарного колледжа. Участвуют 8 коллективов, играются турниры в 2 этапа. Первый этап – это предварительные игры по группах, 2 группы по 4 команды. И второй этап – это финальная четверка, которая будет играть кресты. И команды, занявшие 3-4 места в своих группах, будут играть стыковые матчи. Сегодня на площадке молодая команда «Планета» и команда «Норд Молодежная». Эти ребята в составе играют уже 3 года. Коллектив сыгранный, по словам тренера, хорошо подготовленный. В прошлом году на этом же чемпионате они заняли 1-е место. В этом году будем отстаивать свой титул, свое имя команды. Доказывать, что мы еще можем, что мы играем. Показывать красивую игру. А на протяжении проведения турнира ежегодного появились интересные соперники? Появилось. Ребята стали чаще заниматься после разных соревнований, игр. Стали многие смотрят, засматриваются, делают какие-то выводы и повышают свой уровень игры. Кого вы считаете своим главным соперником? Скорее всего, это трудовые резервы, там, состав тренеров. Команда «Норд Молодежная» после 1-го периода выигрывала со счетом 12-0. Особо острых моментов не было, но поволноваться пришлось. В первом этапе команда «Планета» сыграла 3 игры. Теперь ей предстоит побороться за призовые места во втором этапе. Команда «Норд Молодежная» также сыграла 3 игры и выиграла у команд «Планета» и «НМ Баскет». Иван Никонов, Дмитрий Марков, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес www.trksever.ru. Далее информация от синоптиков.